Добрый день. Меня зовут Марина Ушакова. Я работаю в центре Бубновского в Бутово. Хочу сказать пару слов. Я люблю свой центр. Я обожаю своих инструкторов и врачей за их профессионализм, за их любовь к людям. Я всегда хотела работать в области медицины, еще с детства. Но так сложилась жизнь, что этого не случилось. И вдруг сейчас я работаю в центре Бубновского. Я получаю такую радость от того, что приношу пользу людям. Моя работа заключается в том, что на приборе Бубновского мы проводим диагностику, и что позволяет врачу очень точечно и правильно сформировать программу для реабилитации в зале. И наши пациенты выздоравливают и бесконечно счастливы. Я рада, что мы можем им помочь всегда.